Я хочу сразу сказать, вот это, конечно, для нас была крайне неприятная информация, она была неожиданная для нас, что вдруг под боком, значит, решили, да, так сказать, строить. Во-первых, скажу, что фирма Хаят, она, ну, по крайней мере, среди сообщества бумажников, она не так уж, ну, просто ее никто не знает. Она малоизвестная. Да? Ничего нового, никаких новых технологий они с собой не принесут, это однозначно. Вот. Ну, для нас это было еще крайне неожиданно тем, что мы планировали поставить еще одну бумагоделательную машину, как раз для переработки целлюлозы, чтобы делать двух сегментов. То есть наша макулатурная, 100% макулатура, облагороженная, и сделать еще целлюлозную, ну и там с широкой линейкой продукции, от туалетной бумаги до салфеток, значит, полотенец и так далее. Вот. Ну и потом, когда вот эта вот информация прозвучала, естественно, все это поставило крест на наших планах. То есть вы свернули инвестиционный проект? Да? Этот мы проект просто-напросто закрыли. Это какой объем был на инвестиции? Тоже порядка миллиарда рублей. Да вы что? Странно, да? И оборот какой бы дал бы этого вообще? Насколько увеличили бы оборот? Ну, это трудно сейчас сказать. Это зависело от того, какое перерабатывающее оборудование мы бы еще к этому прикупили. То есть туалетная бумага, салфетки, полотенца, носовые платки и так далее. Ну, это был бы хороший объем, наверное, мы бы процентов на 30 бы свой оборот увеличили. А когда это случилось вообще? Ну, в прошлом году эта информация прошла. Мы об этом в прошлом году узнали. И вы, получив информацию, сразу же? Мы это свернули, да. А вот вопрос для нас, конечно, было еще крайне неожиданно тем, что, ну, вроде бы предприятие, которое несет золотые яйца для республики, с ним даже не, значит, ну, не даже, даже никто не проконсультировался и не самое главное, не поинтересовались нашими планами.